Правонарушение как норма. Каждый месяц в Десногорске фиксируют случаи пренебрежения законом Смоленской области. Подтверждение этому работа административной комиссии, очередное заседание которой прошло 15 марта. Повестка минувшего заседания была представлена традиционными для Десногорска нарушениями. 14 протоколов, из них 11, как демонстрация неуважения к соседям за нарушение ночной тишины, времени, отведенного для восстановления сил. Хороших мало чего, штраф получится просто. Вот. Имейте в виду, мы уже как бы не будем с вами расспрос играть, то есть конкретно будет принято решение. То есть на будущее имейте в виду, что вокруг люди живут, которые отдыхают в ночное время. И как бы с точки зрения там, человечности относитесь там, друг к другу, к соседям. Расплата за причиненное неудобство – 1, 2 или 3 тысячи рублей. В зале заседания ответчики оставили в общей сложности 11 тысяч. Еще по трем протоколам рассматривались дела о нарушении правил благоустройства. Здесь пока обошлось без штрафов. Одно предупреждение, два протокола будут рассмотрены позже. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.